Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Passa 2005 года выпуска. 1 литр автомат. Пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Попросил хозяин заменить только один салонный фильтр. Говорит, стало потными носками или тухлыми носками. Стало, говорит, прелыми носками в салоне пахнуть. Для этого сейчас скачу автомобиль с подъемника и заменим фильтр. Открываю бардачок. Беру шило, проталкиваем вот здесь вот и отодвигаем фиксатор. Вот он. Также и с другой стороны. Желательно короткое шило взять. Бардачок у нас опускается и выходит из зацепления. Здесь какая-то штука стоит. Выдергиваем. Она сидит просто на клипсах. Полностью я снимать не буду, проводку отключать. Здесь достаточно и так видно крышку. Длинный фиксатор. Вот этот оттягиваем. Судя по крышке, фильтр давно не менялся. Поэтому в машине прелыми носками и пахнет. Он забитый вообще напрочь. Да. Не меняли его. Беру фильтр фирмы Goodwill AG171 CFC. Это угольный фильтр. И вот так вот его срезанным уголком вперед заводим на место. Берем крышку, вставляем в паз и защелкиваем. Все, крышка защелкнулась. Разъединился белый провод. Соединю его. И устанавливаем на место. Одеваем бардачок и заводим направляющие. Все. В
Все легко и просто, но фильтр не меняли или не меняли очень давно. На этом все. Замену салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.